еще добавление. Может просто подсесть. Подсесть. Аспирин тоже ровнее, да. Да. Все равно. Наклоняешь. Даже когда захватываешь, потому что ты, получается, сначала наклоняешься, а потом выпрямляешься. А надо сразу с ровной спиной захватить. За счет того, что подседаешь, захватить ногу, а за счет того, что наклоняешься. Гипсом еще, да? Да, гипсом еще крепче, да. Юра, быстрее на ногах двигайся. Раз подошел, два. Сейчас главное подход и спина. Там не надо цепляться. Молодец, давай. Хоп-хоп, челночком. Шаг быстрый делал. Вот как мы вчера отрабатывали, быстрый шаг. Быстрый шаг. Мы сейчас все-таки этот, нужно быстро подойти. Потому что, чтобы он не ожидал, чтобы момент поймать, когда он расслабился. Если будешь медленно подходить, это то же самое, как в ударной технике. Медленно подходишь, он сам тебя встречает. Должен опередить его, выйти на прием. Чуть-чуть подтягивай.